В Смоленске завершились соревнования по спортивной аэробике. За призовые места состязались более 200 спортсменов из Подмосковья, Псковской, Воронежской, Ленинградской и Смоленской областей. Городской округ Люберцы представили воспитанницы клуба «Надежды аэробики». На тренировке юных чемпионок побывал Богдан Колесников. За Светой начинаем разминку по кругу. Пару кружочков побежимся, встанем на базу решения. Побежали. Люберецкий клуб «Надежды аэробики» посещают 50 человек. Из них более 30 спортсменок постоянно участвуют во всероссийских и международных соревнованиях. Весной выступали в Казани, а в середине октября вернулись из Смоленска, где завоевали 14 комплектов медалей. Второе место я заняла в соло и в группе, и еще первое место в тройке. Это моя только часть, малая награда. Очень много городов я ездила, получала награды. Благодаря занятиям аэробики я всегда в хорошем настроении и в спортивной форме. Александра Штопаук за 6 лет занятий аэробикой завоевала более 50 медалей, дипломов и кубков. В межрегиональных соревнованиях «Смоленские узоры» заняла 3 призовых места. Первое место – номинация «Соло», и еще первое место – номинация «Тройка», а второе место – «Группа». Нужно слушать тренера. Потому что если ты не будешь слушать, ты неправильно сделаешь. О том, что важно слушать и слышать тренера, знает и 7-летняя Ульяна Сафронова. На занятиях себя не щадит, равняется на старших. Мне мама это предложила, а я захотела пойти. И я занимаюсь дзюдо. Я хочу стать знаменитой спортсменкой. Здоровые амбиции, уверенность в себе и стремление к поставленной цели помогают добиться высоких результатов, считает главный тренер по спортивной аэробике Ксения Сосновская. Аэробика полезна всем. Она развивает все мышцы, и гибкость, и силу, и выносливость, и артистизм, что в нашем виде спорта тоже очень важно. Мы в каждом пытаемся это воспитать, чтобы каждый был таким целеустремленным, трудолюбивым, воспитанным, ответственным. Тогда результат не заставит себя долго ждать. Спортсменки уже готовятся к новым испытаниям. В начале следующего года они представят Люберцы во всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Екатеринбурге. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.